тобой есть мощь и сила. Это мини-боги землю спешат спасти ради справедливости. Если небосвод затянуло облаками, то не бойтесь, рядом с нами всегда окажутся друзья. X-Power! Команда вперед! Ваша смелость бесконечная через тьму к солнцу нас ведет. Это мини-форсис! Стойкость, мощь и сила. Это мини-форсис! Землю спешат спасти ради справедливости. Стойкость, мощь и сила. Спешат спасти ради справедливости. Это мини-форс X. Настоящий Зенос. Время для финального удара Данбота Z. Прощайте, Мини-Форс X! Что это? Я ничего не вижу! Удар повредил и наш радар! Леди Кара, цель прямо по курсу. Данбот, луч, огонь! Огонь! Прямо в цель, Леди Кара! Мы сделали это! Погодите, что-то не так. Это произошло случайно, правда? Меня серьезно ранили. Но подождите. Где мини-форс? Их здесь нет. Думаю, они сбежали. Надо вернуться и разобраться с твоими ранами. Поверить не могу, что мы проиграли. Мы еще не проиграли! Мы смогли сбежать только благодаря перевозчику Мини-Форс X. Нужно уметь признавать свои поражения. Плохие новости. Даже если мы починим X-ботов, они смогут продержаться только одну битву. Что? Вы шутите, да? И мы не знаем, сможете ли вы когда-нибудь использовать X-Blaster. Нужно победить противника в одной финальной битве. Такова теперь наша цель. Да, командир! Жалкие глупцы! Своим глупым вмешательством вы позволили Мини-Форс сбежать. Но, повелитель, их совмещенный робот тоже был сильно поврежден. Мы вернемся и на этот раз... Молчать! Как Дестронг? В данный момент проходит курс лечения. Выздоровление требует времени. Может, позовем другого пришельца? Нет необходимости. Что? Теперь я пойду сам. Ну, повелитель! А вы в этом уверены? Вы же еще
не до конца восстановились. Я успел поглотить довольно большое количество отрицательной энергии. Это хороший шанс проверить свои силы. Я, Зенос, лично уничтожу мини-форс. Последние выпуски были ложными, их сделали пришельцы. Мини-форс X живы и здоровы. Правда, они были серьезно ранены, но смогли успешно отступить на перегруппировку. Они в порядке. Ожидается, что пришельцы вернутся продолжить свою атаку. Конечно, это были ложные новости. Можно было не волноваться. Дядя, что? А что такое? Как ты посмел взять мой пончик? Дружище Вальд! Пришельцы появились в городе. Отправляйтесь немедленно. Надо спешить. Мини-форс Икс. Трансформация! Окружены! Сдавайтесь немедленно! Мы победили мини-форс X! Думаете, у вас есть хоть шанс убрать их? О, это ужасное зрелище. Полиция не может ничего противопоставить пришельцам. Нам срочно нужна помощь Мини-Форс X. О, вам нужна команда Мини-Форс? Получите тогда! Что? Вальд, Сэмми, Макс, Люси! Мини-Форс X! Наконец-то вы показались. Зет-боты в атаку! Все, этим хватит. Вот вам и пришел конец. Что это? Кто это? Кто ты такой? Меня зовут Зенос. Имя, которое вы, жалкие земляне, будете помнить целую вечность. Ты должна быть главной этих пришельцев, захватывающих землю. Захват земли? Что смешного? Эта планетка – ничто для повелителя Зеноса. Что? Тогда что вам нужно? Но, скажем так, немного повеселиться. Что? Вы заставляете людей страдать, и все просто ради развлечения? Но это же неправильно! Макс! Все в атаку!
Это все, на что вы способны, мини-форс. Он гораздо сильнее остальных пришельцев. Да, это будет непростая битва. Да, давайте попробуем еще разок. Ни шанса. Его просто невозможно одолеть. Неужели это конец? Так совсем не интересно. Пора заканчивать с этим. Поднимайтесь! Вы же агенты Мини-Форс! Рэй, но он слишком силен для нас. Еще одна жалкая букашка с попытками сопротивляться, понятно. Я и тебя уничтожу. Озвучено по заказу CLS Media.